Привет, ребята! Вы на канале Малышарин ТВ. Сегодня мы с вами поиграем в песика Дуду и приготовим с ним разные вкусные блюда. Смотрите, а вот и наш песик. Он уже проснулся. Давайте откроем ему окно и будем его будить. Вернее, вставать. Вставай давай. А ты что такой грязный? Уже кушать хочешь? Да, я ребятам уже сказала, что мы будем с тобой сегодня готовить разные блюда. Пошли давай в туалет умываться. А то таким грязным ведь нельзя на кухню. Так, а вон тебе и птичка машет привет. Да, привет, привет. Кстати, ребята, спасибо, что пишете комментарии и ставите лайки. Ой, ты что, заболел? Вот это да! Что с ним такое случилось? Давай быстрее тебя вымоем и вылечим. Нет, не хочешь мыться? Ладно, пойдем сводим тебя к доктору. Ребята, а ваши песики так бывало с ними, чтобы они так заболели? Ой, аж бедный трясется весь. И пята какие-то зеленые. Как же попасть к доктору? Вот. Да не сиди ты, не плачь. Пошли, вон я вижу нужный кабинет. Что интересно с ним такое произошло? Вроде все в порядке было. Ой-ой, этот большой укол снова здесь. Не бойся, сейчас у тебя все пройдет. Так, посмотрим. Я думаю, сегодня у нас все получится. Ой, как они зло смеются. Прям мне не очень нравится их смех. Ребята, а вам нравится, как смеются эти злые бактерии? Давайте победим их, чтобы они больше не нападали на нашего песика. Так, убегайте отсюда. Вредные, противные. Так, что у нас, не получилось? Вот, отлично. Так-то лучше. Мы с ними справились. Ес! Yes. Ой, как доволен наш песик. Так, у нас новый уровень был. Как интересно взять эту игрушку. Смотрите, как он радуется. Но брать не хочет. Немножко уберем мусор и пойдем домой. Мы же хотели с ним искупаться. Ой, а это что у него тут? Грибочки растут? И цветочки какие-то, ягодки? Круто! Это что, твой дом? Он такой красивый! Да я помню, ты хочешь кушать? Пойдем быстрее в туалет умываться. А потом будем готовить с тобой всякие вкусняшки. Так, в ванну залазь, вернее в душ. Ой, смотрите, сегодня он довольный, что мы его купаем. Кстати, кто-то из ребят просил сделать полную душевую кабину пены. Давайте попробуем. Давайте возьмем розовую пену. Ой, ему нравится. И что, прям полная будет? Нет, смотрите, она лопается. Жалко. А я думала, будет полная. Ну, извините, у меня не получилось. Классно, смотрите, как ему нравится. А еще кто-то писал, что здесь бывает, попадается корзина с бельем. Ее нужно стирать. Но мне пока ни разу не попадалось. Отлично, наш песик чистый. Давай, выходи. Ну, выходи уже. Супер. А на горшок пойдешь? Да что-то я помню. Так. Что-то он задумал. Не хочешь в туалет? Нет, не хочет. Ладно, я помню, помню. Ты хочешь кушать? Давай посмотрим, что тут можно приготовить. Так, какой-то пирог, блинчики и пиццу. Что приготовим первое? Давайте пиццу. Вот, что здесь нужно сделать?
Для начала нужно приготовить тесто. Какая же пицца? Пицца без теста. Теперь добавим воды. И все тщательно перемешаем. Ребята, а вы помогаете своим родителям готовить? Кто что интересного готовил со своими родителями? Так, немножко муки на стол. Отлично. Теперь раскатаем тесто. У нас пицца будет круглая. Конечно. Так. Супер. А это что? Нет, давайте вначале соус. Отлично. Так, много соуса? Нет, сыр в конце положим. Давайте колбаску. Или это ветчина? Ну, не важно. Ребята, а с какими вкусами вы любите пиццу? Я предлагаю добавить немножко грибочков. Она будет вкусная и аппетитная. Так, еще немножко. И в центр. Отлично. Нет, это уже не будем складывать. И оливки. Я люблю оливки. А вы, ребят, любите оливки? Так, еще немножко. Тут даже, наверное, можно что-нибудь нарисовать с помощью этой еды. Так. Супер. Теперь остатки сыра. Еще немножко. И наша пицца будет готова. Ой, один кусочек ветчины остался без сыра. Так, теперь в духовку. Сейчас мы тебя покормим. Посмотрим, какая вкусняшка у нас получилась. Так, осторожно, горячо. Ну что, вкусно? По-моему, ему понравилось. А теперь блинчики. Или что это? Да, так и есть. Это блины. Кто из вас, ребята, умеет делать блинчики? Так, разобьем еще одно яйцо. Супер. Теперь все взобьем, чтобы у нас получилось хорошее тесто. Ой, как же блинчиков захотелось. Кто тоже захотел блинчиков? Пишите в комментариях. Так, тесто готово. Теперь будем выпекать. Духовку. Отличненько. Мне кажется, слишком много теста положили. О, их еще и переворачивать можно. Вот это здорово. Ребята, а вы уже готовили блинчики вместе с Дуду? Так, с чем же сделать блины? Это что, взбитые сливки? Класс. Здесь они сладкие, какие-то блинчики. Вкусные, наверное. Так, теперь ягодки. Ой, смотрите, как глазки получились. А это будет носик. Так, а вот и красный есть. А это рот такой смешной. Какой-то сердитый. Классно. Получилась мордочка. И мы его завернули. Ну давай, угощайся. Ну как тебе наш блинчик? Вкусно, да. Так, а осталось сделать пирог. Это, по-моему, мы уже делали. Тесто. Для него понадобится мука и молочко, наверное. Теперь все перемешаем. С чем сделаем пирожок? Так, еще немножко. Пирожок – это тоже очень вкусно. Интересно, а можно с разной начинкой сделать? Нельзя, жалко. Будет у нас клубничный. Или малиновый, может быть. Супер. Что, в духовку? Сырой будешь есть? Не будет, конечно. Кто же ест сырой пирог? Немножко подождем. Так, угощайся.
У него же глазки в разные стороны пошли. Ой, ему не понравился наш пирог. Ну и ладно. Так, ой, что-то не то нажало. А что, интересно, это такое? В морозилке лежит. Так, у тебя тут еще еда есть? А давай тебе подогреем молочко. Любишь теплое молочко? А вы, ребята, любите молочко? Особенно теплое? Мне кажется, не очень. И ему тоже не понравилось. Так, а что если киви положить в духовку? Да, тебе тоже интересно, что будет? Давай посмотрим. Ну как? Да, как-то странно, да? А бутерброд? Ой, ему кто-то позвонил. Что, ты сбросил вызов? Вот ты ведь неприлично, нужно отвечать, когда тебе звонят. Как тебе? Что-то ничего не говорит. Интересно, у нас есть новая еда? По-моему, нету. Ладно, давайте тогда посмотрим. Что там еще у нас произошло за это время? Ты что, руки облизываешь? Иди скорее мой их. Фу, какие грязные. А потом удивляешься, что ты заболел. Сам такие грязные руки облизываешь. Прям. Так, неприятно на это смотреть. Отлично. Что, трешь ручки? Умничка. Смотрите, отлично справился он у нас. О, у тебя и здесь котик, игрушка. Как он интересно плавает. Ну что, мы же еще с тобой сегодня не причесались. Да, красивый будешь и модный. Так, так, так. Ты прям сияешь от удовольствия. И зубки почистим тебе. Помните, как у кошечки Анжелы были грязные зубки после еды? Мы не хотим, чтобы у нашей собачки тоже они были грязные. Так, тут у нас ничего нет. Что там, пахнет чем-то? О, у нас было задание смыть туалет. А я и не знала. Ты что так удивился? Ладно, пойдем еще посмотрим. Да что ты делаешь, неприлично ведь так. Рыгаешь, обнюхиваешь все. Привет, привет! Ой, смотрите, что птичка делает. Куда-то полетела. А ты что, селфи делаешь? Вот это ты круто придумал. Классно! Ребята, а ваш Дуду делает такие селфи? Такой смешной! Может быть, хочешь покачаться немножко? Опять ему кто-то звонит. Так, что это такое? Он хочет учиться? И что здесь нужно сделать? Ребята, вы знаете, что здесь нужно сделать? Что-то я не пойму. Первое. Нужно... Нужно... Ничего не пойму, что здесь нужно делать. Ребята, кто-нибудь знает, что здесь нужно делать? Да хватит тебе там звонить. Так, книжку почитаем. Попасть в цель какую-то. Так, а может быть его посадить куда-то надо? Непонятно. Абсолютно непонятно. Ну ладно, ребята, расскажите, пожалуйста, как играть в эту игру. А на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. И спасибо, что смотрите наши видео. Всем пока-пока. Не чихай ты, Дуду. Давай выздоравливай.